Добрый день всем! Вы на канале Ирина Горн. Сегодня я хочу приготовить картофельные зразы с начинкой вот такой: морковка обжаренная, лучок и грибы. Я вот поставила пиалочку, чтобы смочить руки. Так, вот делаем такую лепешечку. Кладем начиночку. У меня еще пюре горячее. Так, и кладем сверху. Руки мочить надо. И сверху вот немножечко поменьше лепешечку, чтобы вот эти края с нижней мы могли загнуть. Так, раз, раз. Раз. Также здесь загибаем. Все. Формируем. Обваливать будем. Дырочка. Обваливать будем в сухариках, чтобы поджарить, получились они, чтобы у нас зажаристые сверху, румяные, чтобы были. Почему я решила сегодня делать эти зразы? Потому что ни разу не делала. Сейчас они очень актуальны. Идет у нас пост. Так. Прямо вот горячее еще. Пюрешка. Так, в пюре я клала 2 яйца и солила картошку, когда варилась. Все. Ух ты, горячая. Начиночку. Такая у нас красивая начиночка, нарядная. Начинку еще можно сделать из капусты. Просто можно жареный лук сделать. Или без моркови, лук с грибами. Вот так заправляем начиночку вовнутрь. Верхнюю расправляем лепешечку. Но формируется хорошо. Я первый раз делаю. И удобно вот можно сделать заплаточку такую. И подгибаем. Спрятали начинку. Разводить я пюре не разводила, потому что думаю, что оно на сковородке надо, чтобы еще. Муку я класть не стала, здесь крахмала много в картофеле. Ничего не должно распасться. Все в сухарике. Ну вот так я сейчас сформирую все котлеточки. Ну вот, сформировала я картофельные зразы все. 2, 4, 6, 7, 11 штучек у меня получилось. Начинка осталась, а пюре все ушло. Накалила я масло. И теперь будем их зажаривать. Все у нас внутри готовое. Нам только нужно, чтобы они подрумянились снаружи.
режу. Еще одна грудь. Вот сейчас они у нас зарумянятся. И давлю огонь. У нас сегодня на улице пасмурно, но 4 градуса. Капает с крыш. Но завтра вроде бы опять замерзнет все. Весны у нас солнца еще маловато. Ну вот, перевернула я. Одну зацепила как-то. А так хорошо переворачиваются. Не прилипают. Видите, как шевелится хорошо на сковородке. Такие вот запекаются, достаются хорошо, ничего не прилипает, шевелятся хорошо, видите, не распадаются. Вот сейчас еще 2 осталось у меня. Можно сделать соус, можно просто со сметанкой. Я, наверное, соус сделаю все равно. Натру соленый огурчик сметанкой, выжму чесночка, и такой у меня соус получится. Сейчас открою вот банку огурцов вкусняшных, хрустяшных. Так, это помидоры соленые просто. Без уксуса. Очень вкусные. Ну вот, друзья, пожарила я все зразы. Свои картофельные, начиночка, грибы, морковка и лучок. Вот такие они у меня получились в разрезе. Думаю, что выглядят очень аппетитно, хрустящие. Я думаю, что понравится всем. Дети тоже любят такое, такие котлетки румяные. Можно сделать и мясную начинку. Можно просто лук, грибы, у меня вот еще морковь, капусту. Хоть что, включайте фантазию и жарьте. Я думаю, что понравится всем членам семьи. Вполне блюдо подходит для поста. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рада новым друзьям. Берегите себя и своих близких. Всем пока!